Уже прошла неделя после вашей аварии, и я вас полностью обследовал. Так вот, хорошая новость. Вы живы, и можете ходить. Мало кто выживает в подобных авариях, понимаете? Вы один из немногих счастливчиков. Но есть и плохая новость. У вас крохотная трещина в позвоночнике и повреждение нерва. Я категорически против хирургической операции, поскольку после нее очень велика вероятность полного паралича. А сейчас, из-за этого малюсенького повреждения, у вас парализовано только несколько лицевых мышц. Здесь и здесь. Это просто означает, что до конца жизни вы будете улыбаться. Шикарно. Trigger Street Production представляет Джейсон First Shot фильм. Уильям Дефо. Человек-улыбка. Озвучено командой HCP Wolf's Voice. Это вы! А, какая встреча! Вы! Как вы могли? Вы понимаете, что сломали мне жизнь? Мне жаль, что вы попали в аварию, но это была не моя вина. Но это была ваша машина! Как вы смеете теперь улыбаться? Но послушайте, я... Замолчите! Поехали! Эй! Эй! Ваша сумка! Ваша сумка! Такси! Поехали, затем такси, как это делают в кино. Ау, я вам серьезно говорю, езжайте за этой машиной, пожалуйста. А, я понял, это была шутка, да? Нет, нет, я не шучу. У меня паралич лица, это не улыбка. Так, кажется, я что-то понял. Меня снимает скрытая камера, нет! Да? Да, я так и знал. А тут, я думаю, в машине что-то изменилось. Так, погоди, сейчас я делаю вид, будто ничего не знаю. Итак, куда вам нужно ехать, сэр? Боже, мужик, ты сделал мой день. Не так повезло с тобой. Ну где же твоя съемочная группа? Слышишь ты, мне плевать, мне просто плевать на это. Пусть выметается из клуба и приезжает сюда. Я не могу. У меня нет машины. Позови ее. Пусть выходит. Позови ее. Йо, подожди, я тебе перезвоню. Эй, ты, тебе что, смешно? Только не это. Ты что, смеешься надо мной? Я спрашиваю, ты ржешь надо мной? Нет. А чё ж тебе так весело? Господи, как мне это надоело. Это не улыбка. У меня паралич лицевых мышц. Хочешь посмотреть, как я улыбаюсь? Вот так. А вот как я не улыбаюсь. Видишь? Сейчас улыбаюсь, а сейчас нет. Сейчас улыбаюсь, а сейчас нет! Понял? Кто там? Я принес вашу сумку. А, ну хорошо. Я тогда просто оставлю ее здесь, под дверью, и пойду. Дайте сюда. Я хочу извиниться за аварию. Я чувствую себя таким... Вы понятия не имеете. О, Господи. О, нет. Не надо опять. Моя карьера разрушена. Я должна была стать телеведущей самых популярных теленовостей, а теперь...
А теперь мне нужен носовой платок. У вас в сумке есть один. Что? Вы рылись в моей сумке? Чтобы узнать ваш адрес. Пожалуйста, успокойтесь. Я спокойна! Почему бы вы вам не перестать улыбаться? Я не могу. Пожалуйста, уйдите. Просто оставьте меня в покое. Хорошо, хорошо, я ухожу. Да перестаньте вы уже улыбаться. Я правда не могу. У меня поврежден какой-то нерв в позвоночнике. Из-за этого я теперь буду вечно улыбаться. Мне очень жаль, что у вас не сложилась карьера. Все, все, я ухожу. Только, пожалуйста, не плачьте. Я не плачу. Подождите, что? Вы оставили ключи в квартире? Да. Я сейчас позвоню слесарю. А потом меня уволили. К счастью, я смог устроиться на полставки. Но с этой улыбкой я и там не могу появляться. Кем вы работаете? Помощником директора похоронного бюро. Что у вас там за обязанности? Утешать близких покойника. Ничего себе! Просто ирония судьбы. Да, это точно. Не надо плакать. Я не плачу. Это у меня после аварии. Я тоже повредила нерв. Что-то случилось с моими слезными железами. Ну, знаете, это такие каналы в глазах для слез. И теперь каждый раз, когда я испытываю любые чувства, неважно, печаль или радость, я плачу. А ведь я была телепортером. Интересно, что чувствуешь, когда хочется плакать? Но можешь только улыбаться. Вам, возможно, трудно в это поверить. Но вот прямо сейчас я действительно улыбаюсь. Сценарист и режиссер Антон Лашков. Продюсеры Дэйна Брунетти, Кевин Спейси, Картин Свон. Исполнительные продюсеры Чарльз Финч, Джонатан Сандерс. Оператор-постановщик Крэг Хифф. А для вас озвучила команда HSP Волсойс. Ссылка на актеров и звучание в описании. Ой, ну а теперь по старинке. Если вам понравился этот ролик, заходите на автора. Если вам понравилась озвучка, подписывайтесь на нас. Пока.